Он играл с виртуозностью и силой, которая ошеломляла, поражала, даже немного пугала. Скажут позже исследователи о человеке, который перевернул мир джаза. Джанго Рейнхарду, рожденному в Бельгии цыгану, суждено было стать самым известным джазовым музыкантом Европы и войти в сотку величайших гитаристов всех времен и народов. Существует миф, что Джанго провел в школе всего один день. Тем не менее, всему, что умел, он научился сам. Молодой, талантливый, Джанго планировал зарабатывать на жизнь музыкой. И все бы ничего, если бы во время пожара молодой музыкант чуть не лишился жизни и трех пальцев на левой руке. Для гитариста это было равносильно смерти. Тем не менее, прикованный к постели Джанго снова взял в руки гитару и заиграл. Двумя рабочими пальцами, средним и указательным, он достиг головокружительной скорости. Более того, разработал собственную технику игры. В его руках на цыганский манер зазвучал входящий в моду джаз. Это был джаз-мануш, как позже назовут его исследователи. По-цыгански пылкий, эмоциональный, его придумал великий Джанго. Но, собственно, рассказ пойдет не о нем, а о том стиле музыки, основателем которого он стал, и о группе, которая так чутко его подхватила. И не только подхватила, усовершенствовала. Итальянское трио «Аккорди дисаккорди» с каждым годом становится все популярнее. Музыканты уже выступают на престижнейших джазовых фестивалях по всему миру. И, как сами признаются, мимо Крыма, так похожего на их родину, проехать не смогли. Погода отличная, прям как в Италии. Люди очень приветливые, кухня замечательная. Мы поели тут в одном хорошем ресторане. В общем, мы поддерживаем Крым. Я три слова знаю. Водка, спасибо, и третье – маршрут построй. Каждый раз, когда в такси садимся, в навигаторе вечно «маршрут построй». Но я так и не знаю, что это значит. Гастролируют музыканты по всему миру, в России также уже бывали. Организатор их тура по стране, музыкальный журналист Виктор Радиевский, отмечает необычайно теплый прием джаз-бенда нашим зрителям. 24 апреля музыканты дали сольный концерт и в Севастопольском центре культуры и искусства. От Калининграда до Сибири, аншлаги, полные залы, море аплодисментов, улыбок, 10 раз вызовов на бис. На самом деле все великолепно. И рады очень музыканты, и публика, и поступает очень много благодарностей. Все очень довольны. Секрет успеха, по мнению Виктора Радиевского, прост. Музыка аккорди-диссаккорди проста и понятна каждому. Она окружает романтикой даже самые простые бытовые вещи. Одним словом, этот цыгано-итальянский джаз создан для людей и про людей. И еще я думаю, что потому что это три харизматичных, безумно симпатичных, приятных в общении итальянца. Играют многие, но виртуозами становятся не все. Эти ребята играют, будто дышат, легко и непринужденно перед публикой, будто перед старыми друзьями на вечеринке. Критики отмечают, каждый концерт аккорди-диссаккорди не похож на предыдущий. В репертуаре не только джазовая классика, которую играл сам Джанго Рейнхард, но и композиции собственного сочинения. Впрочем, стилистика, какой бы смелой она ни была, выдержана в тончайших деталях. Именно под такую атмосферу бесконечного музыкального праздника встречали свои вечера Пикассо, Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и многие другие. Но в гости не принято ходить без подарков. Настоящим сюрпризом для зрителей стало исполнение на итальянский манер одного из самых известных в мире отечественных романсов, который ни с чем не спутать.
Новый альбом музыкантов выйдет в конце мая, но севастопольскому слушателю музыканты по секрету наиграли новые композиции, которых еще никто не слышал. Во время Второй мировой войны джаз стал символом сопротивления оккупантам, настоящей музыкой освобождения. Его запрещали в фашистской Германии, но ходят слухи, что сам Джанго Рейнхардт, который не переставал играть ни на минуту, спасся от концлагерей благодаря некому немецкому офицеру, который втайне любил слушать джаз. Музыка и вправду объединяет людей, поэтому новость о сорванном туре сербского музыканта Горана Бреговича из-за выступления в Крыму маэстро восприняли с недоумением. Тот, кто смешивает музыку и политику, сильно заблуждается, уверены итальянцы. Это очень странно. В Италии, в Европе мы слушаем новости, то, что говорит нам наше телевидение, несравнимо с тем, что мы видим, находясь здесь. Это замечательное место, с множеством дружелюбных людей, которые действительно к чему-то стремятся. Здесь получаешь удовольствие от жизни, так что мы не боимся никаких санкций, это точно. Джазовое трио даст еще несколько концертов по Крыму. Напоследок севастопольцам пара слов, не нуждающихся в переводе. Venite a sentirci al concerto di questa sera. We will thank you very much for this beautiful hospitality and for your beautiful city. Grazie mille a tutti, la Crimea è bellissima. И нескрываемое удивление от самых главных слов в любом языке. Вот. Я люблю тебя. Я люблю тебя.